с отдаленной местности предусмотрено студенческое общежитие, оснащенное всеми удобствами для проживания. Туда же входит трехразовое питание для студентов. Слово «общежитие» даже не подходит, скорее «дом для учеников», где ребята могут жить и учиться на протяжении всего учебного периода. Ребята живут большой семьей, и каждый из них дорожит тем, что имеет. Располагается он в 5 минутах ходьбы от учебного корпуса, что дает возможность сэкономить расходы на транспорт. У нас живут около 200 студентов. Мы здесь утром в 7 часов остаемся. Все студенты после этого, те, которые уроки есть, они душ собирают. После того они сразу же урок принимают. Если утром 8:30 урок есть, они сразу же будут урок выиграть. После того, которых 10 часов есть, например, урок, или 11 часов есть, они будут завтрак кушать. Потому что у нас здесь столовая тоже есть. И столовая у нас все студенты индийские блюда кушают. Потому что мы все индусы здесь живем, и мы привыкли жить здесь. Нам это нравится. Азиатский медицинский институт имеет 3 корпуса. Все кабинеты оснащены новым современным оборудованием для высококачественного образования, которое даст завтра врачу расширить навыки при лечении будущего пациента. Например, чтобы стать превосходным доктором, стоматологам необходимо пройти 5-летнее обучение, как минимум 2 года 10 месяцев. Кабинеты для этой специальности имеют все нужные приборы и макеты.